Обзор онлайн-казино «Джоз». Редакция нашего YouTube-канала проанализировала платформу по 6 критериям. Лицензия, игры, бонусы, программа лояльности, методы вывода, поддержка клиентов. Итак, начнем. Канал для тех, кто хочет знать все о казино. Лицензия. Выдана правительством Кюрасао компании Globanet BV с правом предоставления азартных услуг онлайн для клиентов из стран, не имеющих законодательных ограничений. Онлайн-казино «Джоз» работает с 2020 года. Игры. Есть такие разделы. Игровые автоматы, рулетка, лайф-дилер, покер, настольные игры, лотереи и другие. Всего в коллекции чуть более 4000 тайтлов от 33 провайдеров: Betsoft, Pragmatic Play, Endorfina, NetEnt, Bellatra и других. Во всех слотах присутствует демо-режим. Бонусы. Приветственный пакет включает в себя 100% и 45 фриспинов каждую неделю. Пятничный бонус и бонус на день рождения. Регулярно проводятся турниры с призовыми фондами. Программа лояльности включает в себя 5 уровней. За самый высокий уровень игрок может получить до 10% кэшбэка. Методы вывода. Выводить средства можно с помощью банковских карт, электронных кошельков и криптовалют. Минимальная сумма вывода – $8.5. Лимитов на вывод нет. Поддержка клиентов. Связаться с менеджерами технической поддержки можно по e-mail или в лайв-чате. Спасибо за внимание. Более подробный экспертный обзор онлайн-казино «Джоз» читайте по ссылке в закрепленном комментарии. Канал для тех, кто хочет знать все о казино.